Мне просто складывается впечатление, что вы не чувствуете ранжа. Сапротики, кстати, можно перепить. Я не чувствую ног. Лапку дайте. У нас очень туго он сегодня идет. Тася, куда пихи на последней фазе бежать? На последней фазе это когда мы заливаем последнего ада, так? Ну, когда один моб остается там, и да, скелем начинает. Вот, когда один моб остается, пиха, ты можешь встать сюда, хилить бас-лопату милишников, которые здесь с ними, и диспелить проклятие. Но ты должен стоять на ранже от милизоны и на ранже от остальных хилов. Еще вопросы? А вот на последней фазе вот это выносить руну или что-то. Это да вот не руна, это будет... Ну, не руну, под служу. К стенке, где ром. Ее выносить... Мы стоим по центру, вот, допустим, это я поставила метку Турсы, кстати. Смотри, ее выносить две с левой стороны, две с правой, прям впритык. Паша, тыкни там, пожалуйста, Турсы где-нибудь, потому что у меня опять забаг без метки. Почему? Потому что вы должны увидеть, как они выглядят. Они очень большие. То есть вот руна идет большая, это красная на земле, которую он кидает. А эти пары пустоты, это лужа, она будет еще больше. Их прям выносишь и одну на одну накладываешь. То есть как вы Рейс ему выносили. Там это где? Как я понял, за этим ромбиком. Прям в стену. Прямо в стену. Вот бегала, показывала лево-право, прямо в стену, максимум в стену. 5 секунд у нас будет ее вынести. Там, кстати, можешь не объяснять, у меня тоже никто не ставит сандриловаться. Ну, значит, будет ориентироваться так, чтобы не сильно далеко от вас держать. Все, у всех вопросов больше нету. Надеюсь, нету. Есть маленький, если мы даже. Это как дебафом, где он просто скастит в тебя. Пары пустоты? Угу. Как дебаф идет. Да ладно. Против. Ты говоришь, как будто я уже убил. Просто описание это выглядит, что он просто будет на тебя смотреть и касть, и придется в фокусе удержать. Нет. Это работает так же, как и вот этот огненный шар на совете, в принципе. То есть ты его видишь и в дебафе, и у тебя какой-то говно идет. Окей. Кровавого молота не устоит никто. Узрите лорда Сангвинара. Кровь за кровь. И вот там сразу линкую пары пустоты. Это лужа. Что будет делать лужа, которая остается после взрыва? Ну, после того, как с вас дыба будет слетать.
Я тоже считаю, что пора танкам накидывать ГП. Умер. ГП, блядь. Они не бьют. И потом еще пятерым хилам. Вернее, шести. Потому что уронили. Так. Опять дезинчан. Вот так. Я считаю, что вполне справедливо. Я буду танчить, когда ты начнешь рейды собирать. Рэндж. Кстати, не закосячь, я вас очень прошу. Блять, Макрос, вспомни, что ты там творил, чтоб ты успокоился. Тихо вообще провогонили. Здравствуйте. Их не убить. Так, в миле. Чисто, блядь, сделали босса. Я на. В последнее время Дима какие-то нервные стали. Как про ГП слышите, сразу глаза у всех дергаются. У него ограничения на количество целей есть по Бёрну, Ману или ему? Ну, мы стоим втроем. Вообще прописано два. Прикол в том, что, по-моему, поглощение, которое вот этот там, он тоже должен кидать на дальний. Я не ошибаюсь. Ну, походу, похер. Да нет, я к тому, что если на две цели, то может мне проще туда уходить. Не жечься ману просто. В принципе, вы-то перетапаетесь, мне немножечко проблематично заливаться. Ну что, я говорила. В метку. Разошлись все. Пиха и остальные хилы, чтобы не проседать по мане, вот стоит печенька, весь рейд стоит. Вы просто шаг вперед сделаете, да? Шаг назад сделаешь. В прошлый раз время не берну. А это выборочно, тут уже как повезет. Если ты чуть-чуть отстанешь, возможно, больше шансов, чтобы тебе повезет. Немножко не поняла про что-то, ну ладно. Гера,
Виталя умер. Пойдем. Синер туда. Где Синер? Ладно, Тим там пока превозмогает. Ну, да, можно полутать ауру? Здесь только один паладин, а не другой. Она не достает. У нас есть ретик. Больше урона можно и меньше пиздежа. Пожалуйста, всех умоляю. Паш, ты нам гимноману сдашь? Разошлись сразу на ранж. Нет, я его себе всегда сдаю перед второй классом. Ранжик, 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 держим. Я вас давай. Блять, Мурла, где ты? Да, сдавай сейчас. Так, я полироль. Олика в первую очередь. Стоп. Да, стопайте. Всяко скажешь, когда... Хорошо. Нет, не скажешь. Стопайте просто, пока не бейте. Вот и все, стойте там чилить. Аккуратно, где топорик, отходим. Не ловите лишний урон от топоров. Сильва, блядь, кто тебе там пиздит так больно? Бля, Бабло превозмогает его. Монород, если ты дотянешься до Бабло, может ты на Рому? Только так, чтобы близко не подходил. Вот, все шикарно. Там-то, там жили. Я сливаю на захим. Давай. Или следом. Доливаем. Долили, долили, долили быстро. Сразу же Векс ушел, и часть хилов туда ушла. Не забывайте про рендж. Диспел моментальный. Здесь танки приблизительно на трех, так их меняйтесь. Не сбивайте стрелы. Не надо сбивать стрелы, вы вешаете туда диминишн. Диминишн, блядь, у него не восприимчивость, потом к следующим трем идет. За что-нибудь серьезное не сможем сбить. И все, что надо, могут танки сбить сами. Я так любим, ушли, 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 ушли.
отворачивать его от рейда. Всегда отворачивать, он дает конусную вешку, очень больно бьющую. У вас там с полом дела, господа. Возмогайте. На следующем катаклизме дам ему на ману. Он как там больно бьет. Слепики. Он сейчас едет. Отъехал. Катаклизм ушли. Вы по хилам может кто-нибудь еще один туда подползти. Или можешь Сильва подползти аккуратно сзади, чтобы дать инер. Это так задумано, что у него пока не отнимается. Да. Пухит. Да. Гуннер отъехал. 17% дольете. Берчик по Гуннеру не помешал бы. Переливание его сбивается, кстати. Да, я отъехал, хуёво. Дожмите 5%, блядь. Сильва, сразу назад векса поднять. А народа даю. Лопата можешь Гуннеру дать. Сэр, пойдем или там оставим? Наверное, там можно. Да здесь он будет. Он там же, там же стоит, где я сейчас стоял. Здесь нет ранжи. Вот сюда все в квадрат ко мне приползли. Не в квадрат, в этот, в кружок, который... Ловите, отворачивайте. Там же, где стоит. Можете его отвести чуть-чуть, если водится. Те, кто были на паладине, дотанчивали. Вы танчите феникса. Сюда, пожалуйста, так назад сделали в печеньку РДДшники с хилами. Готовьтесь, если будет катаклизм, надо будет очень быстро убегать. Стрелы же не сбивать? Нет. Сейчас вместо переливания будет поглощение. Феникса забрали? Феникса забрали, в сторону отвели. Вот в сторону, где ты бегаешь, лопата. Там и держи. РДД сразу свечнулись. Готовьте сразу же свечиться в яйцо. Взрыв пустоты. Талия вынес. Талия вынес. Угу. Я говорил, что будет эта хуйня с фок. Видно, прописывается. Спустились. Яйцо залить. Короче, так, подождите секунду, можно вот я начну говорить сама, меня никто не будет перебивать. Во-первых, ловить его там, где он стоит, я вам про это говорила. Спасибо, что вы меня услышали, как обычно. Это раз. Два. Феникса отводятся лево-право. Фениксов РДТшники сразу свищемся. Почему мы должны его ловить там, где он появляется? То есть держать, даже отводить чуть-чуть туда вглубь, чтобы у нас было больше места разливать вот эту черную хуету. Это раз. Два. Чтобы нам было комфортно отбегать. Чувай, вот бай. Это вот вся фаза. Все, вот такой бой и будет идти. Можно название дебафа написать, чтобы его забить? Нет дебафа, есть каст. Есть название дебафа. Вот прокручиваем, пожалуйста, чат выше. Рейд чат, где вы флудите постоянно. Я скидывала вам название дебафа и лужа. Дебаф вбивается в любой рейд фрейм, и он виден, он отображается. Саш, давай я буду размотываться на эту фазу. Паша, я проговаривала, на ком он есть. Да не в этом дело, блять, катаклизм уже 60%, а мы только упоминаемся о том, что катаклизм. Слушайте, а берсы ж нету, мы может это сам... Нету берсы, здесь уже... Нет, побить.
посмотри, вы можете пробить, но посмотрите, что сейчас будет происходить с этим. А, значит, лужа исчезает. Лужа не исчезает. Феникса долили, потом свич в яйцо, залить яйцо. Они вешают стаки. Вы просто дохнете от стаков, которые навешивают вот эти вот дяди. Да, предложение такое. Мы стоим, если босса держим на сцене, то у нас не больше места, чтобы убегать. Если босс стоит в центре комнаты, то у нас вся комната. И мы можем бегать куда угодно. Ну, как бы да. Нет. Ну, если он стоит почти возле стенки, то мы себе обрезаем половину сразу. Ты в любом случае, если ты разливаешь лужу, даже если ты подбегаешь к стенке, у тебя остается ровно половина этой лужи. Можно, пожалуйста, вы меня сейчас поднимите, я вам объясню еще раз на пальцах, как это все делать. Я там объясняла, бегала, но вы, наверное, не смотрели. Не знаю, Тася, если честно, у меня нет инжи, я физически просто туда не добегу, хоть у меня и чарка, и все. И... У меня нет. 5 секунд у тебя есть. Ты за 5 секунд не добежишь? Ну, не знаю, Тимуру сказали, он сразу выбежал, он даже вроде бы инжу пожупал. Но... Сразу выбежал, во-первых. Он держится вот там, где сейчас стоит. Плюс отводится даже дальше туда, немного вглубь. Блядь. Сейчас, подождите, я лобнусь, у меня метки сбагались. Секунд не добежать. Что? Раз, два, три, четыре, пять. Синжай. Ускорение дается. Ему же написал. Да, но не такое, наверное, сильное, как Инжи. Да, такое не сильное, блядь. У тебя 5 секунд вынести, просто в стену упереться. Ладно, я попробую. Вот у нас он танчится. Видите где? Вот примерно там его можно держать. То есть даже словили и сразу же чуть назад развернули, стоим там. Это раз. Метки вы следите за трусами, которые я ставлю? Меточкой. Вот поставила, вот там у нас кейс. Дальше. Рейд у нас. Рейд у нас вначале начинается с сцены. Вот здесь. В чем суть? Суть в том, что его водить придется по прямой. Лучше переводить вот сюда вот потом. Для того, чтобы разливать лужи. Почему? У нас дается первая лужа. Вот у нас рейд стоит, допустим, в трусах. Что вы делаете? Вы максимально близко выносите. Не один влево, второй вправо. Первые две лужи мы выносим в эту сторону. Вот. Метка. Не все стену. В стену уперлись максимально. То есть мы с левой стороны разливаем первые две лужи, потом с правой стороны разливаем вторые две лужи. Потом у нас идет, он нас подкидывает, опять-таки это херотень. С этим это что мы делаем? Почему мы разливаем по две лужи с каждой стороны, а не одну слева, одну справа? У нас кастуется феникс, мелкие птички. И поэтому они будут отводиться в сторону, которая свободна, которая не залита лужами. То есть танк их отводит, мы туда сразу в эту сторону развернулись, свечнулись. Вопросы. Линкани еще раз добавь. Служай. Я предлагаю вам перекур поставить 5 минут. Есть вопрос, Тась. Они потом пропадают, эти лужи, правильно? Но они не будут до конца боя лежать. Вот, по-моему, они не пропадали. Они слишком большие, чтобы не пропадать. Это было бы нелогично. Ну, чтоб ты понимал, я их наблюдала там штук 6. В случае, если они пропадают, все равно в центре нам стоять гораздо лучше. Ты тоже сейчас будешь отходить? Сяк, давай, пожалуйста, сделаем вот так, я вас очень прошу. Да, давайте не выдумывать ничего. Потом покажу одну штуку, если ты не уходишь, могу сейчас показать, только нужен шкаф. Тебе шкаф. Может, это и есть так называемое берса, место в комнате, как конечно.
кто-нибудь проверял, сколько дамажит эта лужа? Кто-нибудь заходил? Да. Я даже линковала, что она делает, а как она дамажит. Там не суть в том, как она дамажит. Это суть в том, сколько? Что... Сколько? 16К, как написано, или оно больше? 12К, и ты не можешь... Ты не можешь, типа, бить и произносить заклинание ветра. Ну да, Паша, всех же, Паша, ко мне. Может, попробуем лужу в лужу, типа оверхиль человека, который выносит? С тем ускорением, которое дается вполне. Ну, если типа лужа в лужу, это получается 24 тысячи урона он получит. А потом еще плюс 12. Ну, это... Там это не надо лужа в лужу. Там надо просто вот наложить одну на вторую, не забегая прям целиком в них. Тась, а почему нет? Деле, да, она же не домашняя. Кто не дамажит? Можно отдать ЭМА на тьму и просто лужу наложить. Ну, давайте посидим, блядь, там у нас. Там еще и босса я просто надо... А типа, босс должен идти надо. На рейд или рейд должен идти за боссом? Подожди, сейчас мы посмотрим, они пропадут, нет. Я просто тут подумал, что если он конусом бьет, то надо рейду, наверное, за боссом идти. И лужи оставлять за боссом. Скажите, а кто в топе по ДПСу? Хан, очевидно. Кто? Хан. Хан, Декс. Второй хан не нужен? Нужен, можно с ним обойти. У него нет это, инженерки, почему вы вообще парик? Вы видели, как он убегал? Видел, я об этом и писал. Я не знаю, что за вопрос, типа, у тебя повысился пистолет или нет. Нет, он зачарил инженерку и это и побежал. А сейчас обратно перечарил. Я не видел. Да ты слепой, блядь. А ты тогда вообще смотрел? Или ты от первого лица смотрел? От лица этого. Пет. Как там твоего пэта, блядь, зовут? Я забыл. Санин. Самун. Он просто подвесил камеру на жопу медведя и смотрит, короче. И такая ностальгия по стриму наносная. Он же Оскарский шпион со стрельбой наверняка за лайк. Про нос Кара обычки вообще, наверное, смотрел раз по 700. Так, танка хочет сбежать. Давай тогда. Саня, залетай. Mm-hmm.
Господа, какие у вас вопросы возникли? Чего мы ждем? Вопрос, вопрос от танка, который танчил Келя. Вы будете сбегаться за спину, он будет вести вдоль комнаты из-за конуса? Или как вы будете ходить? Можно секунду? Так, смотри. Во-первых, если после первого подкидывания лужи исчезают, тогда там вообще вопросов нет. Тогда его лучше всего именно там и держать. Исчезла же. После первого, того, как опустил, я не обратила внимания. Не, не исчез. Мама, они не исчезают. Может, будет в одну воду уносить? Вообще пофиг. Может, будет его держать там, стоять. Типа как протаскивать? Боже, ну, вообще не дай, может, всяк кидал там, а максимум пятеру ударил. Так, да, да, давайте-ка здесь сопротив, потому что здесь на третьей фазе херачит по вам и уешь. Херачит очень больно. Здесь бой какая-то хуйня отбила. Пару пустоты. По-моему, пару пустоты. Какая-то штука на меня повесилась и вбила везде. Где вот он? Так, Сукуби, кто-то присумонен, да, Джилл стоит. Вот это тотем, что ли? Да. А это знаешь что? Это на кубе сменился на второй. Что? Топор. Топор. Это на тебя кинулся топор, и она потом вешает. Топор вешает на тебя доту, который висит до конца. Куда она появилась? Ну, потому что он слетел. Мы перебегали на бабу, и ты словил топор в лицо. Видел. Да, без рог. Все, все тут, убивать готово. Основная проблема будет сейчас, это вынести эти лужи, максимально вжав их в стену. Кто, блядь, шустрее, кто шустрый, кто успевает выносить, это идеально. Поэтому у меня убедительнейшая просьба, во-первых, этот дебаф прописать всем. Tell me one, забейте, чтобы просто у вас просто перед глазами появился, сразу съебывайтесь в стену. В стену, и если там разлита лужа, вы максимально близко к ней. Давай будем последовательными. Для начала линкнем дебаф. Пятый раз, блядь. Все, все против на всех. Может, еще как раз линкануть, возможно, поможет. Запускаем. Вторым вам, в принципе, нахер не нужен. Вам нужно только первый взрыв пустоты. Мои люди без них не могут. Эта зависимость возникла после уничтожения солнечного колодца. Вы тоже нашли. Потому что если разливают на лесенке, то она криво ложится, ее не видно. Смотри, она разливается в стене, она не достает до нас. Че, сейчас нужен? Ты на мордоку сама повешу. А ты знаешь на кого? Ты закинь на талию на всякий. Блин, вообще могу. Ого, что я миля так убил. Ты там ты так хочешь знать, что его убил, вот я тебе потом дам полную развертку, посмотришь, сколько было. Не, я убил миля так, как челюсть. Просто интересно, как это произошло. В любом топовой истории. Сколько у нас осталось? На этот раз они выйдут. Что там? На отказе там... для порту 30. 15 долго. Он когда подкидывает, мы минуту висим в воздух.
Единственный момент, господа, подкидывает. Если у нас остается яйцо, либо остается феникс, РТД добиваем в обязательном порядке. РТДшники, по сути, играют тупо по яйцу по фениксу. На последней фазе за счетчик и тут записывается. Еще раз. На последней фазе на келе висел счетчик с битвы. Про то, что я вам говорила, насчет сбития костов, не сбивать ему вот эти, которые стрелы он кастует. Почему? Потому что все остальное сбить не сможет. Ну, кстати, на четвертой фазе я не видел других костов, которые можно сбивать. Сейчас видос поставил, посмотрим. По-моему, их больше не было. А если не будет, значит, это хайзер с моментом. Я говорю, когда ты когда сбивали каст, на нем повышался счетчик сбитых скиллов. Я не знаю, что это значит. Это значит, если ты сбиваешь ему два каста, по-моему, три каста, то потом он не восприимчив к сбитию каста становится. Все. Что? Саппорт есть? Да, обменочку дай. Соберитесь тряпки, там плащ 290-й. Поезд тоже. Санрол попнем. Паша, банки надо на бурст? Нет, я надел, у меня там нормальный запас. Сейчас, блин, найти этот дебаф, я привожусь пока. Рудок, ты вообще видел, как там цапа на фуре? Взрывной финал. Так, все, нашла. Паша, здесь надо будет отслеживать вот эту хуйню. 30 секунд взрыв. Потому что настакивается и очень больно. Это то, что на людях висит, или то, что... Это хуйня. Мы заливаем феникса, он вешает. Это как на роботе. Взорвали сферу, повесился дебаф на рейд. Взорвали еще одну, отъехал рейд. Два стака можно пережить, три стака. Ну, на рейд пикал. То есть фениксов это вешается на рейд конкретно. Раньше набрали. То есть мы залили одного феникса, залили второго, третий вылез. Нам надо подождать, пока с нас летит дебаф, навести 30 секунд, это очень хуёво. И максимально бурс мы залили третьего. А почему тогда, допустим, смотри, феникс, яйцо, феникс, яйцо, подождать? Я тебе... Нет, там от яйца не будет ничего. Это конкретно после... Нет, чтобы не терять ДПС, то есть, получается, нам нужно будет переключиться либо на яйцо, если таковое будет живо, либо переключиться на келе и не бить феникса, пока не слетит добавка. Как мы будем успевать, во-первых, по времени, но вообще вот эту херню надо отслеживать обязательно. Ты уверен, что мы два переживем? Да. Ну, я не знаю. Эджет говорил, два спокойно переживается. Третий уже вайп. Ну, уже шамана, в принципе, мы не все стоим, поэтому такое. Единственное, захил того, кто метку выносит. Там ММА таймит. Получается огонь, что правильно? Да, все огонь. Фаза практически все огонь, только пару пустоты, по-моему, тьма. Ну вообще здесь, в принципе, только тьма, физуха и огонь. Неплохо. Теперь вы можете потягаться с моим главным инженером, Телоникусом.
Дайте кнопку удалить сообщение об изголовом в речате. Метка. Село опять не забываем, чуть вперед. Вы стоите чуть вперед за печенькой. Вот буквально на шажочек можете стоять. Не так близко, просто на шажочек вперед. И вам меньше вероятности, что вам влетит вытягивание маны. Они так могут не доставать для мельзоны. И вот эта вот фигня может скрывать. Ощущение, чтобы не мешало. Гера. Метки не разблокировал? Нет. Боб, он в России. Пошли. Раньше сразу набираем. Сильва, не бегай, блядь. Топоры аккуратно. Вот там близко стал. Сейчас топор будет лететь в тебя. Сила наоборот может сместиться. Сила сместись, будешь топоры ловить. Господи, блядь. Ракушка, тебя не должно быть 40 метров у РНЖ у него. Сашка, мы стопнулись. Здравствуйте. В идеале на миллионе. Ну, сейчас можете уже стопать. Стопайте уже 7%.
все нормально. Так, а кого у нас нету? Жить там Гонора. Больно, я знаю, терпите. Поехали, Эрики. Все нормально. Так, Саня Сукубик, ты тоже уходишь на квадрат. РНЖ там, стоите друг от друга. Следите за РНЖой. Все бурсы туда разжимаете, чтобы паладина залез. Так, Лиза, мы ушли. Боря встал. Засилку в реба сразу дайте по Боре. Ближе стань, ближе стань. Руна. Переместите его. Следите за РНЖ, пока перемещают. На следующем катаклизму гейм измазать. Все сейвы свои продайте. Так, Лев, мы ушли. Прожимки не забываем. Тотем ставь, если есть. Аккуратно, блядь. Сперва назад дай, что кубика поднять аккуратно. Дети, Руна. Прохил, 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 блядь. Слушай, там 7% дожимайте. Два процента, да, я сдох. Пожмите уже. Сразу БР. Добнул всю кубика. Монород век. Лол додаю. Там всяко пока свободен. Просто сам поднимусь кубик. Додаю, поднимаю. Сразу все раздали иннеры, раздали фулл ребаф полностью по всему рейду. Готовитесь его ловить. Танки, почему вас нету еще там? Кто у меня ловит его?
не шуршает. Берите подвал, у нас все танки свободны. Да, по два стака бери тебя и все. Где снайдер, чтобы отводил феникса? Свечнулись. Угу. Ну только ваншот. Яйцо бьем. Взрыв пустоты. Тотем, 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 тотем. Умничка. Боря встает за хил фури баф. Феникса, 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 уводите. Блять, сколько хилов. Заберите, вернее, столько беда этих танков. Через 8 секунд слетит дебаф, но несет урон. 3, 2. Эма, дайте. Яйцо. По мордоке, фулл ребаф. Искажение, готовимся наверх. Кучу, 7 секунд до конца добавлял. Урон. Подожди, а где урон? Нет. Урон. Нет, там урон, там когда добивать можно. Если не добито, там будет увеличение, где оно настакивается. Короче, как на роботе. Да, то есть там такая же механика абсолютно, как на роботе, короче. То есть, получается, в этот момент просто не должно быть добивки, так что? Да, просто подождать, допустим, вот если мы двоих добили, подождать там 30 секунд, чтобы слетело это. Да, просто, короче, мы успеваем нормально все. Так, с гравитацией тут что, вниз? А, просто вниз будем падать, обратно все в кучу становимся, готовьтесь выносить следующую лужу. Лужу вот вынес идеально, вот там, в принципе. От тебя толку, как от ребенка. Давайте Геру. На мне пары пустоты, что надо будет сделать? Выбежать и вынести лужу, разлить. Одну пока на одну. Нет, под конец сразу же с ней моментально в стену, блядь, как на РС. Стену просто вот взрыв, Кассиопей. Кас. Саша, пары это дебаф. Это другой надо. У вас ХП снижено. Катаклизм. Ушли. Надо моментально на катаклизм. Это тоже такой себе. Взрыв. Монг. Монг вынес. Что там с маной хилов? Искажение. Феникс убьем. Да-да-да, феникс обязательно добить. Яйцо, вернее, добить. Келлю не подходите, хп режет, как в обычке. Если близко находишь. Про пары, которые вешают? Да. Поглощение не сбивается? Вот это поглощение, по-моему, должно сбиваться. Попробуйте его сбить. Закрытый каст. Это, блядь. Опустимся, есть гимн, если надо, могу стать. Да. Бьем, это будет долгий бой, там раздадим БР, так сказать. Ну, просто не мрите, блядь, почему зря. На катаклизме очень внимательно мрите. По-моему, у него сделали, что этот не режет. Сдаю.
Катаклизм. Катаклизм. Синий прошел подготовку. Взрыв, векс. Векс. Умничка. Нет. Ушли. Ушли. Да, здесь бывает накладка. Сукубик вынес стену. 500 добиваем первое. Почему хуёво то, что он поток у нас? А в обратную сторону танки не могут отбегать, мне это интересно. Там возвращаться, скорее всего, обратно тяжело, либо какой-то чар шнупает, еще что-то. Либо его держать в центре и танком убегать в другую сторону. Феникса бьем? Да. Я поток на себя буду забирать. Когда пробегаете, сразу прохиливаете на фул. Это дает по Фениксу больше урона. Умирает. Я не поняла, что он кстати. Всем человек бьет Феникса. Ему урон не пойдет, как будто. Там одно хп у Феникса. Ну, одно, а в этом, да. Добиваем Феникса. Блять, они сделали, что нельзя добивать. Черт, нельзя отбить, понятно. Да какой, нормально? Нормально, нормально. Видите? Следите за парами. Скоро пора. Сейчас мы пробиваем. Заберите. Три стака. Это клезма. 5 секунд, БР. А поднимет, сперва поднимет Векса. Стоп, сперва поднимет Монорота. Монорот поднимет Векса. Феникса. Яйцо добиваем вначале. И следующий Феникс. У нас урона не хватает, господа. Убейте. У нас доценят. На вылету? Наверное, но на него убейте. Не в инсте, в смысле. Так, БР Монорота, Монорот. Или БР Сильва, Сильва Монорота, Монорот Векс. Феникс не бейте, не важно. Бэдкова поднимать. Во, ты давай подадай. Остальные пока ставим БР. На катаклизме там сакру на рейд попала. Ищенка была бы охуенно. Под баблом. Да-да. Сейчас раздать БР. Бля,
Блять, упал-то. Лопата, а ты... Вот, да. Продолжай, не нормально. Строение 40 секунд. Дайте каску и лапу пова. Так, Луизу. Ушли, 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 ушли. Что по остальным БРам? У меня есть еще. Никого не назначил. Собирай на роту. На роту? И усиливу. Без разницы, кого-нибудь одного. Один трудит второго БР. Взрыв. Мараса. Макрос убежал. Он Мараса. У меня откатил. Еще нам РДД поднимать надо бы. Мурлока поднять? Подними Мурлока либо Векса. У народа еще есть. Дайте по нему. Только не встаньте под зерк, пожалуйста. Яичко добиваем. А что там у нас? Три танка, четыре, нормально. Макрос, тебя так и будет в углу подкидывать. В углу не летай. Панка в пиху закинешь, Шинер. Типа, если бэрит, то ты на земле оказываешься. Скажите, где-нибудь за келем можно вынести эту лут? Если ты успеешь прям максимально в стену вынести, тогда да. Там, где ромб, если, допустим, ты вынесешь, прям вот туда прям воткнешь. Слева. Вот тогда Феникс может двигать их нам. 5 секунд падения. Блять, еще один там. Жёлт. Так, даю. Пилы сет нафна. Мурлок, если сет откатила, закинь, пожалуйста, на что-нибудь по хилам. Ой, по хилам, по танкам. На лопату дай. Где на бурдук или на лопату? Взрыв. Хватит! Держи, ёбаного Феникс! Нет. Видите, как лужа прорисовалась, аккуратно. Лёх, там лужа, осторожно. Очень много слуда лишнего. Там, где яйцо, там лужа, не лезьте. Вы не успели залить? Лопату залили, норм. Следующего. Ну, так будем внутри. Блять, ну милишники, сука, вы его в таргете держите. Феникс, продолжайте. У нас танки отъезжают. Там метка на яйце стоит. Яйцо бьется на перефазе. А Феникса не бейте, он не бьется. Только яйцо бьется. Надо, короче, Феникса заливать до... Да, надо заливать Феникса, так у нас, блядь, лежит тут количество людей, посмотри как. Дайте пихинер. Кто-нибудь, можно два, нам гим нужен на ману, просто капец. Гим не будет, пока не приземлимся, будет, он не дается. Хорошо. Ты опять вылетевший. Красно, все люди умирают от катаклизма.
И Феникс пошел на хила. Не знаю, подозреваю, но мы еще 4,5 минуты. Думаю, что пойдем ночью заново. Сейчас по последнюю галерку пойдем. По плизм. Или так упадем. Нормально. Так, во-первых, господа милишники, у вас в таргете босс конкретно, блять. Ёбаном таргете. Вы видите, что он начинает как катаклизма. Он только начал, вы даже анонса не ждете, вы уже съебываете от него. А почему ты его не хочешь в центре держать? Паша, смысл? Ну, блять, у нас места не хватит, Настя. Ну, ты видишь, что сейчас происходит? Вот хуй с ним они были бы живы, у него было бы 20%. У нас здесь все нахуй залито. Место единственное у нас только там, где мы входили. Либо его переводить туда, либо его изначально держать. Просто лужу в лужу выносим и все, смысл. Че за прикол в другие места выносить? Я не вижу проблемы даже сейчас лужу в лужу. Ну, вот вынести даже не просто наложить одну на одну. Смотри, у нас разливались они... Паша, они нормально разливаются, даже если он там держится. Его начнут сейчас водить, у нас, блядь, во-первых, пока его вот он словит его, вот они словили его, поставили, его надо вести. У тебя рейд где должен бегать, блядь? У него каста ОЕшки идет через сколько? Через каждые 5, через каждые 3? А потом что это изменит? Мы что, будем перед ним бегать, что-то разливать? Тоже такое себе. Ну... В принципе, да. Макрос, вставай, присмотрим. Еще же один трай делаем или что? Да, давайте ласт трай.